Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю пирог искушения с нежным шоколадным тестом и сметанным заварным кремом. Этот рецепт – настоящее искушение для любителей шоколада. Нежное, влажное шоколадное тесто великолепно сочетается с ароматным сметанным кремом. Пирог поднимет настроение в любой день и станет настоящим угощением для вашей семьи и друзей. Этот пирог чем-то напоминает брауни с чизкейком, но готовится он из самых доступных продуктов. Он очень вкусный. Каждый кусочек буквально тает во рту. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал «Люда Изи Кук». И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Выпекать пирог я буду в форме, диаметр 27 см. Выстелю ее пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, смажьте ее слегка растительным маслом без запаха. Для приготовления теста мне понадобится... Добавляю в миску яйца, соль... И всыпаю сахар. Я использую тростниковый сахар, можно использовать любой. Хорошо взбиваю миксером в течение 3-4 минут в пышную светлую массу. Во взбитые яйца добавляю кефир и экстракт ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. Вливаю растопленное сливочное масло и растительное. Просеиваю в массу муку, какао и разрыхлитель для теста. Немного все перемешаю прямо в сите. Перемешиваю все миксером до однородности. Подбираю все со стенок миски, чтобы не было ни промеса. Посмотрите, какое получилось нежное шоколадное тесто. Шоколадное тесто отправляю в форму и разравниваю. Подготовлю сметанную начинку, и для этого мне понадобится 1/2 миски всыпаю сахар, добавляю соль и крахмал. Крахмал можно использовать любой. Хорошо все перемешиваю. Фактически сейчас готовим сметанный заварной крем, только завариваться он будет в духовке. Добавляю в миску яйца. Хорошо перемешиваю до однородности. Когда вот таким образом смешиваете крахмал с сахаром, а затем добавляете яйца, масса очень хорошо перемешивается, без комочков. Добавляю в массу сметану и чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все перемешиваю до однородности. Получилась вот такая сметанная заливка, или можно сказать крем. Переливаю его в кондитерский мешок. Так его удобнее будет распределять. Сейчас этот крем жидкий, но когда он запечется, он станет плотный. Из мешка срезаю совсем небольшой носик, так как крем этот достаточно жидкий. У меня утерялся один кадр, как я начала вдавливать крем. Хорошо, что я еще не весь выдавила. Вдавливаем хаотичным порядком, прямо внутрь. Просто вот так вот ввожу кондитерский мешок в тесто и вдавливаю. Неважно как. В каком порядке. Оно потом все красиво запечется и будет очень вкусно. Такой очень кремовый влажный пирог. Конечно, распределять сейчас так довольно сложно, потому что крем этот сейчас жидкий. Часть крема запечется сверху, часть распределится внутри. Немного вот таким образом поднимаю бортики при помощи пергаментной бумаги и отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки.
Пирог я достала из духовки. Посмотрите, как он высоко поднялся. Вот насколько выше, чем моя форма. Сейчас он такой высокий, но, конечно, специфика вот этой выпечки сметанной, творожной, то она немного оседает. Проверяем готовность пирога. Я вставляю зубочистку в шоколадное тесто. Она должна быть сухая. Пирог у меня запекался 45 минут. Пирог я оставлю остывать прямо в форме. Надо, чтобы внутри застыл сметанный крем. Когда пирог остыл, достаю его из формы. Посмотрите только, какой красавчик получился. Сверху его присыпаю сахарной пудрой. Этот пирог просто сама нежность. Он буквально тает во рту. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.